подсказки. Чистяков продолжает тут на силе. И Чинахов с вершины круга бросания посылает просто пулю в ворота ЦСКА. 1-0. «Авангард» вырывается вперед за 4 минуты 3 секунды до конца первого периода. Воу! Каски пошел, его Чинахов подстраховал. Дальше отдает Семену Чистякову. И тот просто переводит. Так вот, с момента отметим на пятачке Дениса Зернова и, конечно, Илью Ковальчука, которые привезли с собой защитников. И Ларс Юхансен здесь не видел. И очень классный бросок получился у Егора Чинахова. Попал идеально.